слишком слаб. Мне не удается никому помочь. Я подписываю письма. И рядом со мной имена замечательных деятелей культуры, имена европейских ученых, деятелей культуры, нобелевских лауреатов. Но почему-то меня никто не слышит. Я хочу обратиться к тем людям, кого, может быть, услышат. К тем первым лицам государства и к тем людям, от кого зависит сейчас судьба и жизнь Алексея Навального. Вот у нас 2 мая будет Пасха, и на экранах телевизоров мы увидим, что первые лица государства стоят в храме и осеняют себя крестным знамением и радуются тому, что Христос из мертвых восстал и воскрес. Будут радоваться и вспоминать Христовы заповеди, которые мы все нарушаем, а некоторые просто оскверняют и забывают, но все равно они нас сопровождают всю жизнь. И одна из заповедей – милосердие. Вот я хочу просить вас, сильные мира сего, первые лица государства, я прошу вас о милосердии. Алексей Навальный находится в городе с таким священным именем Покров Божьей Матери. Куда он попал? По приговору судьи по вызову. Вот когда мы увидели на экранах телевизоров, что Алексей сидит под портретом Ягоды, который является для всего мира, и особенно в России, метафорой беззакония и бессудебных расправ над людьми, уже стало ясно, какую страшную, мученическую долю этот человек принял, вернувшись к себе на родину после того, как его отравили химическим оружием и каким-то чудом, может быть, благодаря великим врачам немецким, он выжил. Вот эта женщина, которую спустили сверху откуда-то, женщина по вызову, огласила этот страшный приговор, который ей спустили откуда-то сверху. Люди, скоро Пасха. Я призываю вас быть милосердными Навальному. Хоть кому-то он и не нравится, и для кого-то он враг, но он человек. Это самое главное. Это самое главное. Человек. И ему срочно нужна помощь очень хороших врачей, которые у нас есть в стране, для того, чтобы он не остался навсегда инвалидом или не ушел в мир иной. Давайте и помолимся, и попросим, и прокричим. Нужны хорошие врачи, они есть. Спасибо. Мы все боимся смерти, потому что за ней следует неизвестность и пустота. Никто из нас никогда не узнает, что будет после нее. И, наверное, это самое ужасное наказание, которое только может представить человек. Но для верующих есть еще один страх, самый большой –
это смерть без надежды на воскресение. И такое наказание ждет всех тех, кто совершит непростительный грех. Иисус сказал, что есть единственный грех, который не простит всемилостивый Бог. Это хула на Святого Духа. В Священном Писании четко прописано сознательное осквернение святого имени, сознательное отвержение спасающей благодати Божией, противление божественной истине. И этот грех касается только верующих и познавших Бога людей, ведь те, кто его не познал, не понимают, что грешат. И вот хулящим и глубоко верующим людям нет прощения. И как бы они дальше не отмаливали грехи и не совершали добрых дел, дорога в рай будет закрыта навсегда. Если человек совершил плохие поступки, понимая, что он творит, но все равно упорно продолжает грешить, это означает, что он отвергает Божью благодать, которая перед ним раскрывается. Этот грех считается непростительным, потому что речь идет об упорном и сознательном отвержении спасающей благодати Божией, которая подается Святым Духом. Но, насколько я понимаю, достаточно большую роль сыграло вот это письмо, подписанное 5 писателями, нобелевскими лауреатами, известными актерами, режиссерами. 70 это, с чем-то да, человек, да. Подписи прибавляются, это действительно мировое сообщество включилось. И я хочу сказать, что Навальный на наших глазах становится фигурой, ну, уровня Леха Валенцы, Ганди, Мартина Лютера Кинга. Это очень серьезная история, это простой русский парень. Вот на наших глазах вот так меняется ситуация. И залогом всему является его честное, мужественное поведение. Я, конечно, желаю Алексею...